Здравствуйте всем! И сейчас я вам покажу обзор телефона Nokia C3-01. Вот он, вот такой. Сейчас я буду вам показывать его внешний вид. Ну, а во втором видео я вам покажу уже внутренний вид. Ну, давайте посмотрим. Он сенсорный и кнопочный. Вот видите, кнопки и вот сенсор. Тут, получается, нету кнопки «Окей». Здесь только есть кнопка «Вызов» и кнопка «Сброс». А посередине ничего нету, должно быть «Окей». Все делается на сенсорном экране. Получается он железный, ну и наполовину пластмассовый. Вот здесь есть кнопка «Включить камеру». Кстати, у нас камера на 5 мегапикселей. Сейчас будет видно. Вот. Если видно, вот там написано 5 мегапикселей. Со вспышкой. Без автофокуса, но зато со вспышкой. Также есть кнопка блокировки. Вот она, вот эта. А это тише, громче. Кстати, кнопка блокировки, только телефон блокируется, но не разблокируется. Разблокировать нужно именно на экране. Но это я покажу во втором обзоре. Тут у нас получается зарядка вот ставится. Обычная, маленькая. Если у вас, кстати, есть на какой-нибудь, ну, зарядка осталась от какой-нибудь Nokia, то она вам подойдет. И 3,5 мм обычные наушники ходят. И вот это для USB входа на компьютер. Кстати, USB вход не дается на этот телефон и не дается карта памяти. Вот так. Вот такой вот телефон C3-01 Nokia. Смотрите во втором обзоре продолжение.